Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Джон Брак. Телефонная будка. 1954 год. Холст масла. 80 на 47. 1940-е, ставшие временем расцвета абстрактного экспрессионизма, в Австралии возникло так называемое движение антиподов. Художников, отстаивающих достоинство фигуративной живописи. У группы был свой манифест, утверждавших их идеалы, и собственная выставка, прошедшая в 1959 году в Мельбурне. Джон Брак был одним из участников и основателей этого движения. Отличительными чертами его стиля являются упрощенные геометризированные формы, плоскостность, угловатость изображения, неяркий колорит, состоящий в основном из серых и коричневых оттенков. Фигуры людей похожи друг на друга, как две капли воды. Все они были связаны с критическим отношением творившего повседневность. На данной картине «Телефонная будка» изображена женщина в процессе разговора. Заостренность очертаний тела делает ее фигуру словно частью окружающих неодушевленных форм. Акт коммуникации, призванной служить созданию связи между людьми, здесь вызывает ощущение неестественности и разобщенности, отчаянной попытки докричаться до того, кто тебя все равно не услышит. Таким образом, Брак выразил свое отношение к опыту урбанизации городской жизни и их социальным последствиям. Вот такое описание нашел в интернете к работе «Телефонная будка». Автор Джон Брак. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.